Привет, слушал новый трек Славы, да. Я считаю, что Слава Мерлоу самый гениальный музыкант, который вообще существует на этой планете. Ну, по крайней мере, в России точно. Просто его еще... Ну, короче, его еще не раскрыли до конца люди. Я считаю, что Слава Мерлоу с возрастом приобретет культовость невероятную. То есть у меня есть какая-то собственная теория, в которой ему просто нужно время. При этом он имеет все... Помимо вот этого какого-то... Ну, ему просто нужно время, короче. Он объективно очень сильно дает в рот многим по структуре, по написанию, по тому, как он это делает, короче. Я невероятно чувствую его музыку, невероятно чувствую то, что он делает вообще в каждой композиции, чувствую его стиль какой-то, индивидуальность чувствую. Я не знаю ни одного музыканта, который делал бы что-то похожее на то, что делает Слава. Вот что я хочу сказать. То есть в чем для меня его уникальность. У него есть стиль, который я не слышал нигде и не слышу там ни у кого. У него есть чисто свой... свой мазок, так сказать, краски. Вот я его распознаю везде, и мне он очень нравится. Я когда-то уже про это говорил, что он является... Вот я задумывался реально, кто мой самый любимый в России в плане музыки вообще вот. И это Слава Мерлоу. Каждый раз я себя, как бы, когда задают вопрос, каждый раз я на него так отвечаю. У Славы есть невероятный талант говорить кратко и о многом сразу.